Народ, всем здорово. Ну что, продолжаем с вами Alan Wake, американский, что там, как они называются, американский кошмар. Лошади груз, они не брали, да. Ну, как всегда, блядь, опять кинотеатр, который раз уже. Мы снова возвращаемся в кинотеатр. Если человек и осознавал нелепость похода с несколькими фразами в качестве оружия против силы, которая может пронзать время, он не показывал этого. У человека были свои слабости. Даже много слабостей. Но трусость не входила в их число. О, ты выдумал какой-то там план, не так ли? Даже ни одна мышца на жопе не дернулась. Не сюда. Включить питание, все правильно. Это попёрся не туда. Все правильно, я шел. Попробуем, по крайней мере. Блин, этот дробовик этот взял с дуры.
Нифига. Естественно. Добротный шутон начался. Тебе никогда не выбраться отсюда, Уэйк. Никогда. Не волнуйся. Я позабочусь о твоей жене. Да и о твоей жизни. Я что, слышу нотки отчаяния? Охотненько было. Блять, ударил таки. Не знаю, что ты о себе возомнил, но я отправлю тебя обратно в начало. Что такое? Думаешь, ты можешь сделать хоть что-то, чтобы спастись? Все повернется так же, как всегда! Еще я видел, да. Подберу записку.
Знаешь, у меня было время тут осмотреться, пока ты был недееспособен, потерян во тьме. Я был очень занят. Я работаю в тени. Не всегда буквально, сам понимаешь. Я чуть более живучий, чем те, кто мной одержим. Но лучше всего я работаю во тьме. И вокруг так много тьмы! Она уходит глубоко, а те, кто в ней живет, настоящие мировые сволочи! Они все не прочь получить побольше пространства. Все эти хаос и безумие, они немного меняют там, внизу. Это просто капля в море, понимаешь? Здесь, наверху. О, да. Здесь действительно можно что-то изменить. Все, что им нужно, чтобы кто-то проложил для них путь. Но сперва надо разобраться с тобой, гнусный ты кайфолом. Ты застрял в бесконечном цикле. Солнце никогда не взойдет для тебя. Ну а все остальное? Следовать своим желаниям? Проводить драгоценные минуты с Алис? Это просто небольшой бонус для меня. И я заслужил его. А пиздец, он отбитый. Рата бык театральный. Тут и не кончается. Thank you.
Выебусь ему еще, блять. Сигналка, конечно, это просто топ. Здесь у меня солидно. Курить. Вот это, блядь, было сложно. И снова. Воин света входит в последнюю западню. Новая реальность уже близко. Все, что ему нужно, изменить детали сцены, подтолкнуть события до переломного момента, и тогда все прочее встанет на свои места. Было поздно, еще где-то закончился август месяц.
Нуар. Он посвящал красный огнетушитель. Элис. Здравствуй, приятель. Почему бы... Что? Что за... которых разлучили слишком надолго, греясь в лучах прекрасного рассвета. Оба чувствовали, он, наконец, дома. Случилось ли все это на самом деле, или было лишь сном, воспоминанием, или проблеском грядущих событий? Одно можно сказать наверняка. То, что вы видели, произошло в другое время и в другом месте. От Night Springs. В общем, все. Вот и финал игры. Блин, ну круто. Что могу сказать? Теперь что? Теперь мне нужно оригинальную проходить. А нет, я нарушение права будет это насрать. Буду тогда оригинально проходить. Давайте, ребята, все. Всем счастливо. Увидимся уже в оригинальной версии.